Подруги Анастасия Литвинова и Евгения Крюкова вместе ходят в музыкальную школу. Свои умения они продемонстрировали на концерте в рамках проекта «Культурные встречи на Невском». Исполнили венгерский танец номер 5 Брамса в 4 руки на концерте для жителей поселка Зубчининовка. Начали играть случайно, а потом уже подружились. Проект «Культурные встречи на Невском» организовали в поселке впервые. Это цикл мероприятий, которые проходят всю неделю. Жители Зубчининовки уже увидели концерты народной и вокально-хоровой музыки. А в честь 114-летия со дня основания поселка сыграли пианисты. Хотелось бы наполнить внутренние жители культурой, чтобы они понимали, что они живут в культурном поселке, и соблюдать традиции, которые были ранее. Жители показывают, что могут их дети, что они посещают такие же музыкальные школы, как и дети в центре города, что они тоже талантливые, что их внутренний мир очень богатый. Это культурные вечера, на которые приходят жители нашей родной Зубчининовки и с нами вместе, с учащимся детской музыкальной школы, с педагогами, культурно проводят свой досуг. К музыкантам Зубчининовки присоединились также учащиеся детской центральной музыкальной школы. Я считаю, что это важное мероприятие для воспитания нашего подрастающего поколения. Хочется детей к культуре приобщать. В рамках проекта «Культурные встречи на Невском» 1 июня, в День защиты детей, в поселке Зубчининовка также запланирована культурная программа с хоровым пением и музицированием. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.